Всем привет! Давайте разберем по порядку обновление Tractor Pro версия 3.2.0.39. Что у нас есть тут интересненького? Во-первых, обновлен алгоритм таймстретчинга до версии 3.3.0. Раньше у нас была проблема, начиная со второго трактора и до третьего, когда расплывались транзиенты, то есть клик во время удара бита при использовании кей или пич. Вот в этом видео я это разобрал, давайте посмотрим, послушаем. С отключенным кей. И видите, начинает местами пропадать со включенным кей. То же самое в версии 3.0. И это было вплоть до последней версии. Слышите, удар пропадает. Вот. То же самое было в последней версии. На момент записи это было 3.1.1. Вот этот удар, например, он съелся. Теперь посмотрим, что мы можем сделать. Что будет, если мы сделаем то же самое сейчас. То есть пич у нас был поднят на плюс 0,3%. Делаю то же самое на плюс 0,3% и смотрим. Щелчок в момент переключения, включения-выключения кей все-таки остался. Этот баг, не знаю, исправим или неисправим. При этом я не слышу никаких искажений. Все четко. Ритм идет очень четко. Попробуем его как-нибудь экстремально растянуть. Все звучит вполне достойно. Все четко, ровно. Итак, следующее обновление. Это добавлен новый виджет, который заменил кнопку Key вот в этом месте, Keylock. И это очень интересная штука. Если вы меняете оригинальный Key, он сразу показывает, какой у вас будет следующим. Например, берем любой трек, загружаем его. Можем поменять, он превращается в 8М. Снижаем, получается 6М. Тут же у нас есть следующее обновление. Есть подсказки. То есть как только мы выводим трек, только в играющем треке и с выведенным фейдером мы видим подсказки совместимых тональностей. Эти подсказки могут быть разными. Вот здесь Browser Details. По умолчанию, не помню, что было, не подсвечивать или подсвечивать совпадающие. И есть еще возможность подсвечивать Adjust in Case. Не очень понял, что это. Но идея в том, что когда его запускаешь, подсвечиваются не только 2М и 12М, но еще бывает 9М, 8М, 5М. То есть они каким-то образом частично совместимые, что ли. Есть вариант подсвечивать все. То есть подсказок никаких не будет. Но они будут выглядеть так же, как... Они будут выглядеть так же, как если мы сортируем по окей. Кстати, вот оно и сломалось. Это, похоже, баг. Когда мы сортируем по OK, они должны подсвечиваться. В общем, в более старых версиях трактора, когда делаешь сортировку по OK, они автоматически начинали подсвечиваться. Сейчас же я смотрю, этого не происходит.
Они подсвечиваются только когда надо. Про офсет я не очень понял. Это то ли вот эти цифры, насколько ты смещаешь, то ли звуковой какой-то сдвиг, который компенсирует расхождение треков. Давайте еще проверим еще одну вещь. Когда мы делаем смещение, шаг идет на один полутон. Однако вот здесь, если кликнуть правой кнопкой мышки, можно выбрать вариант. По умолчанию стоит дефолт, переход на плюс 2 или минус 2. Я делаю на полутон, то есть fine, плюс 1 или минус 1. Есть еще вариант вот такой. Плюс 3, минус 3. Очень странный вариант. Но вот здесь он не работает, видите? Здесь плюс 1, минус 1 только идет. А здесь плюс 3, минус 3. Ладно, смотрим дальше. Есть еще вариант switch, который при переключении делает плюс 4 или минус 4. Минус 8, минус 12 и так далее. Так, если сюда кликаешь, то это совпадает. Если сюда кликаешь, то игнорируется. Идет только на один шаг, на один полутон. То есть вот эта настроечка в этом виджете игнорируется. Также непонятно, зачем вообще нужно все вот это вот окно, если есть вот это. Единственная функция, которая здесь отсутствует из вот этого, это вот как раз возможность выбора шага. И возможность, соответственно, вот такой тонкой регулировки, которая, ну, вручную делается. Соответственно, этого нету здесь. Поэтому я не знаю, оставят они оба или нет. Но я обычно шагами меняю тональности. Кто-то использует в игре именно мягкий сдвиг, чтобы добиться какого-нибудь эффекта. Есть еще такой момент, когда мы включаем, меняем тональность, у нас появляются подсказки, вот они, ну или просто по плейлисту вот подсказки. Меняем опять, подсказки новые. Меняем опять подсказки. Все подсказки соответствуют текущей тональности. Так, что еще здесь есть? Включение-выключение. Так же, как эта кнопочка, так же и сюда можно кликнуть. Включить-выключить. Еще одно изменение. Раньше, когда ты меняешь тональность, сейчас попробуем это сделать, как было раньше. Отключаю. Включаю. Раньше, когда включал обратно, тональность возвращалась туда, где она была. То есть, если у меня стоит плюс 1, я выключил плюс 1, включил, у меня опять плюс 1. Кстати, вот сейчас так и получилось. Видите? Хо. Да, значит, включение-выключение. А, нет, а вот здесь резет. Смотрите, я сделал плюс 2, включил, выключил. Плюс 2 осталось. Включил, плюс 2, выключил, плюс 2. Но, если мы делаем это здесь, включил плюс 2, выключил, включил, нет, то же самое. Если мы сделаем здесь, кликаем, выключил, включил, сбрасывается. Одно из обновлений, которое здесь написано, где оно тут написано, вот, что при выключении не сбрасывалось. То есть могла быть ситуация, у меня один раз такая была, когда я поменял кей, отыграл трек, перешел на следующий трек. Окей, у меня остался измененный. Теперь, когда переходишь на следующий трек, кей сбрасывается. И, соответственно, как я уже показал, когда его выключаешь, включаешь обратно, он опять сбрасывается. Еще одно обновление. Также можно настроить, чтобы в шапке кей показывался измененным. То есть оригинальный кей 10M, измененный 5M. Залазим в настройки, трек DEX.
и выбираем вместо key resulting key. В итоге мы видим при изменениях вот такую штуку. Странно, почему она показывает плюс 1. Похоже, здесь баг есть небольшой. То есть здесь должно показывать плюс сколько, а оно показывает плюс 0. Но если это ошибка, ее исправит. Она очень очевидна, ее легко увидеть. Я не понимаю, зачем это нужно. Если у вас есть виджет, в котором все написано, зачем здесь еще раз писать? Поэтому мне очень понравилась идея о том, что из 6 полей, 1, 2, 3, 4, 5, 6 назначаемых, вот это можно использовать для чего-то другого, потому что вся информация уже здесь. То есть я могу сюда, например, засунуть что-нибудь интересненькое. Сколько битов до Q? Да, например, попробуем вот это смотреть. Вот эти данные, которые выводятся через кнопочку, их можно смотреть прямо отсюда. Насколько он автогейн у него громче или ниже оригинала. Да, вот такую информацию можно здесь сохранить, чтобы лишний раз сюда не лазить. Как раз этого у меня нету в плейлисте этой информации. Будет просто при загрузке трека уже видна сразу. Вот. Ну, то есть вот это поле можно использовать для чего-нибудь другого. Еще один багфикс, который меня очень сильно бесил, это когда, например, переходишь на preparation, работаешь, закрываешь трактор, открываешь его, переходишь в две деки, и у тебя вместо двух дек стоит одна дека. Приходилось лезть в настройки и выбирать две деки вот здесь. Здесь оказывалась одна дека. То есть частично настройки от preparation мода, а именно показатель одной деки, он начинал перезаписывать, как они пишут, первую из настроек. То есть она терялась, перезаписывалась настройками другими. Сейчас это пофиксили, и после перезагрузки трактора ничего не портится в первом лейауте. Также я не очень замечал, но говорят, что вот эта вот последняя панель, как ее оставил, она после перезапуска трактора могла не перезапуститься в том виде, в котором она была. Еще пофиксили несколько крэшей на Mac и Windows. Упаси меня Господь, не было у меня крэшей в прошлой версии трактора, предыдущей. И для владельцев S4 MK3 очень радостное обновление. Увеличена громкость наушников на 6 дБ. Многие жаловались на тихий звук из наушников. Ну вот, в принципе, и все. Как на практике использовать вот эти подсказки кей? Ну, например, давайте вот так сделаем. Вот я играю трек. Я могу сделать фильтр, например, по BPM 100. При этом могу отсортировать, например, по рейтингу, чтобы самые интересные треки оказались сверху. Все, я теперь могу брать любые треки и вижу из них совместимые. Если этот у нас 2, то следующий тоже будет 2, да? Ну, пускай следующий будет 1, да? Какой-нибудь более динамичный, да? Ну, это такое грубое сведение мышкой, но вы видите, что вы уже видите, что по звуку это все совместимо, довольно неплохо смешалось. Даже в таком, как говорится, грубом миксе. Ну а теперь смотрите, какая фишка, которую невозможно было сделать раньше. Я меняю тональность на плюс 1. Так, чтобы это было эффективно, давайте сделаем это в каком-то месте, где это будет уместно, например, да? Нет, здесь звучит некрасиво. Ну, например, вот здесь сделаем. На минус 1. В минус иногда красивее происходит, если ты резко меняешь тональность.
и у нас превратилось в 6М. Соответственно, подсказки у нас уже идут не от одного, не от двух, а от 6. То есть мы можем перейти к треку, к которому не могли перейти в прошлый раз, потому что он не в той тональности. Вот я привык, что здесь показывается. Сейчас невольно смотрю сюда. А сам убрал это. Надо приучить себя смотреть сюда. Вот, и соответственно здесь мы можем тоже замиксовать довольно гармонично эти два трека. Опять же мышкой, без всяких контроллеров наугад. И стоп. Волшебная кнопка Sync, да? Ну, это, конечно, жестко, грубовато, все мышкой без контроллера, еще с микрофоном в руках. Вот. Ну, вы суть поняли, да? Что можно сдвинуть кей и получить новые подсказки абсолютно в другом диапазоне кей, чем был, если бы трек был в оригинальной тональности. Ну, вот на этом, наверное, и все. Всем удачной работы.